Лепшие муляры будаўнічых предприемств региона, которые имеют 4-5 разряд, собрались каля вёскі Новоселки у Ветковском районе. Место выбрано не выпадково. Спаборничают муляры на объекте, который сейчас будуется. У чистом поле, что обумовлено санитарными потребованиями, узводится птушка-фабрика. Проектная могутность – 20 тысяч тонн мяса птушки у год. 2 года назад мы проводили такой конкурс на Мозырской зоне при строительстве свинотоварной фермы в Ельском районе. Мы добились той цели, которую ставили перед собой, действительно ускорили, приблизили вот объекты в эксплуатацию. Была достигнута наибольшая выработка по кирпичной кладке 3,5 куба. Я думаю, что здесь, надеюсь, что мы здесь перехлестнем вот этот вот показатель. Працуючи з вёнамі по 2 чалавекі, муляры выконуюць агульную задачу – узводзяць стены будучага птушніка. Патрабаванні да 3-слаёвага мура прапісаны ў тэхналагічных картах. Акрамя якасці і хуткасці, журы ацэніць выкананне правілаў бяспекі працы, выкарыстанне перадавых методык, арганізацыю працоўнага месца. Конкурс працягнецца 5 рабочых дзён. Па выніках кожнага будзе вызначыцца лепшае звяно – муляр і падсобны рабочы. Прадугледжана прэмія за максімальную выпрацоўку – 700 тысяч рублёў. Заснаваны прызавы фонд па выніках усяго конкурсу і ўзнагароды ў розных номінацыях. Але, вядома ж, справа не толькі ў грошах. Я не жалею. Я даже самый счастливый, что я этот и каменщик и есть. Ну, естественно, в первую очередь и себе желаю эту победу. Надеюсь победить. Ну, всем удачи. Руслан Проляскоўскі, Ольга Вальченко, Яўген Макеенко, телерадыокампанія Гомель.